во-первых, для меня большая честь присутствовать на этом мероприятии, потому что это мероприятие юбилейное, и, скажем так, вообще организация брест-митинга в Москве сыграла определенную роль. Всегда на высшем уровне, потому что все четко, все всегда вовремя. Вот, молодцы, это огромная работа, потому что мы сами делали конференцию, это огромный труд, который не виден. То есть мы все приходим, все у нас бейджики положены, все это есть, но до этого происходит титаническая работа. Ребята просто молодцы, это очень тяжело, и сделать все на таком уровне, это говорит о профессионализме. Сюда съезжаются все реконструктивные пластические хирурги, которые занимаются молочной железой. Юбилейная, это знаковая, я думаю, конференция. Вот. Что я хочу для себя увидеть? Ну, конечно, что-то новое, то я смогу применить в дальнейшем. И плюс, конечно, увидеть всех своих коллег, пообщаться. Вот. Ну, это, конечно, высший пилотаж. Это звезды, что-то показать. Мне интересно посмотреть всех, да, потому что у каждого есть свои нюансы, свои плюсы в работе. Поэтому я буду стараться тут максимум забрать от каждого. Ну, в плане информации. То, когда появляются какие-то новые техники, да, мы все это берем себе на заметочку, начинаем это пробовать. Соответственно, новые техники, они требуют новых материалов каких-то, да, это могут быть новые импланты. Это всегда движение. Я думаю, движение вперед.